Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Дмитрий Халдеев – единственный самарский баскетболист в юношеской сборной России. Центральный нападающий баскет-клуба «Самара» на год младше своих товарищей по команде. Но это его уже второй опыт игры в национальной сборной. Тренировки на песке изматывающие, признается спортсмен, поэтому на паркете европейского первенства будет легче побеждать. Хочу показать как можно высший результат. Желательно, конечно, первое место. Тренировочный сбор национальной команды Ю-18 в Самаре проходит впервые. Для подготовки к первенству Европы в городе есть все. Тренерский штаб представлен местным баскет-клубом, который второй сезон показывает выдающийся результат в Суперлиге. Отличная тренировочная база. Утром физподготовка на пляже, вечером работа с мячом на баскетбольной площадке. Задача минимум – пройти отборочный турнир в группе и показать достойную игру в плей-офф. Командой главный тренер сборной доволен. Насколько сбалансированное покажет время. Мы только собрались, провели несколько только командных тренировок. Пока ничего не ясно. Но для российского уровня это достаточно неплохие игроки. Силы есть, поэтому всегда на фоне того, что есть пока свежесть, настроение у всех хорошее. В юношескую сборную приглашены 16 спортсменов из фарм-клубов, команд, играющих в супер- и единой лигах. В основном это москвичи, питерцы, один краснодарец и самарец. Кто вернется из Турции с первенства Европы восходящей звездой взрослого баскетбола, станет известно в августе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.